И еще об одном уголовном деле, которое возбудили в региональном управлении Следственного комитета. Речь о падении наледи на мужчину на улице Володарского. Все случилось, когда он с супругой проходил по тротуару мимо дома номер 89/3. В результате потерпевший получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. По предварительным данным, произошедшее стало возможным вследствие ненадлежащей очистки крыши дома от снега и наледи работниками подрядной организации «Общество с ограниченной ответственностью» и иными лицами. В настоящее время следователям проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, проводивших работы по очистке кровли дома и закрепление доказательственной базы. За выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, согласно Уголовному кодексу, наказание может быть разным – от штрафа до 300 000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет. Кстати, сегодня на злополучном доме работники ЖМУП-7 счищали остатки наледи с крыши, чему стала свидетелем наша съемочная группа.